Ну что, дети, проверила ваши работы. И это какой-то трэш. Бермудов, а тебя это вообще в первую очередь касается? А что такое? Ничего. В следующий раз, когда будешь подбирать синоним к слову «дебил», напиши рядом свою фамилию. А вы, красотки, чё ржёте? Как пишется «здравствуйте»? Здрасте. До свидания. А чё оно как-то по-другому? Я хз. Ветеринаров, скажи, а что такое слова «антонимы»? А, так там что, антонимы надо было, ё-моё. Я просто прочитал, как записать слова антонины. Но я про нашу класснуху подумал и голосовое вам в ВК скинул. Это не класс, это какой-то пиз... Здрасте, мне сказали, у вас убрать надо. Убирайтесь, а то Бермудов уже вон весь класс своими козявками закидал.